Хей! Красивое украшение, малыш. Интересно, сколько стоит принц? Давай избавимся от этого бронированного. Поторопитесь, ваше высочество! Я их задержу! Ра! Пожалуйста, мой принц, используйте эту возможность, чтобы добраться до безопасности. Принц! Ты маленький засранец. Что? Ты раздражаешь. Уходите отсюда, принц! А! А теперь мы слышали, в этом замке есть что-то очень ценное. Маленький принц знает, где это. В чем дело, Гуппи? Ты не хочешь говорить с нами? Что ж, может, я смогу тебя переубедить? Блин, женщина прекрасная. Может, я смогу тебя переубедить? Ра! Уже выдохлись? Сдаемся. Я слышала, что барракуды умные и хитры. Хитрость я увидела, но ее затмила ваша тупость. Говори, что хочешь. Мы все равно ворвались в твой замок. Вы думаете, что очень незаметно прячетесь в этом замке? Но найти вас было легко. Том рассказал о нас. И почему вы пришли сюда? В самом деле, кто же мог нам рассказать? Даже вспомнить не могу. Что насчет того, чтобы рассказать мне, иначе я разорву вас на куски? Окей, спокойно, леди. Это все свитки. Мы не читали их, просто слышали слухи о них в Голубых холмах. Это была информация о вашем замке. Мы узнали, что у вас есть кое-что очень важное. Это единственное, чего мы хотели. Свиток? Ни один из наших свитков никогда не покидал замок. Может, он не наш, а нас? Наш замок скрыт, мы не принимаем посетителей. Кто мог написать про нас? Это странно. Куда ты идешь, акула? Мы тебе все рассказали, теперь ты должна освободить нас. Это честно. О, точно. Ты, наверное, не знаешь этого, так как ты решил вломиться. Но в этом месте нет ничего честного. Леди Акула, вернитесь! Эй! Я не могу поверить. 30 наших людей были ранены этими тремя идиотами. Если бы не проклятие, они бы не прошли через ворота. Хотя сомневаюсь, что они нашли бы то, что искали. Никогда не ожидаешь, что что-то ценное будет заперто в подземелье. И что же будет с нашими новыми милыми гостями? Они хотят, чтобы их освободили, поэтому придется сделать это. В глубине пещеры. Оу. Думаю, одной царапиной не обойдешься. Думаю, одной царапиной не обойдешься. Эй, смотри, куда тычешь! Ха, вот идиоты! Они освободили нас! Пожалуйста, мой принц, используйте эту возможность, чтобы добраться до безопасности. Принц! Уходи отсюда, принц! Мам! Сейрен, я искала тебя повсюду! Ты в порядке? Да, конечно. Ты не должен врать мне. Сека и Скиф поранились из-за того, что защищали меня. Они защищали всех в замке, Сейрен. Не только тебя. И они оба в порядке. Вообще, когда я видела Скифа в последний раз, он игрался с малышами. Если ты хочешь к ним, то можешь пойти в логово целителя. В этой броне не очень удобно обниматься. Мам, перед тем, как напали на замок, ты хотела сказать мне что-то. Что там? Это подождет. Давай будем волноваться обо всем завтра. Ну, я должен пойти к остальным. Грустить в одиночестве не по-королевски. Я присоединюсь позже. Я должна взглянуть на кое-что. Сейрен, ты случайно не терял свитки? Свитки? В моей комнате все разбросано, но все свитки должны быть на месте. А что? Просто проверяла. Я сделала перестановку архивов сегодня утром. Ты проводишь там слишком много времени. Кто мог распространить слухи о нас? Я тут проспойлерила себе следующую главу, и там, походу, какое-то... Все рыбье восстание начнется. Да...